Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов посетил стадион «Спартак». Зимой каток пользуется большим спросом. Здесь тренируются юные фигуристки, проводят матчи хоккейной команды. Работает пункт проката, в наличии 70 пар коньков всех размеров. Для малышей, которые только встают на лед, предусмотрены 4 пингвина-помощника. Многие приходят и со своими коньками. Для этого предусмотрены теплые раздевалки.